От имени губернатора Кубани участников семинара поприветствовала министр культуры края Виктория Лапина. Виктория Юрьевна подчеркнула роль нравственного воспитания в обществе. Можно зарабатывать много денег, иметь много инвесторов, но если не будет сильного поколения подрастающего, которого формируете вы, умного, воспитанного, доброго, то ничего хорошего ни для края, ни для России не будет. С благодарностью за теплый прием Виктория Юрьевна обратилась к мэру Анапы Сергею Сергееву. Деловую программу открыл краткий доклад Сергея Павловича о состоянии отрасли культуры в нашем городе. Ежегодно мы увеличиваем бюджет отрасли культуры. На сегодняшний день в сравнении с 2013 годом он вырос на 71,5 миллиона рублей. И по данным на 1 сентября текущего года составил 378 миллионов 479 тысяч рублей. Это 8,8% от всей доходной части бюджета города-курорта Анапа. Цифры можно приводить разные, но главное – это стремление детей ступить на творческий путь. В Анапе юных дарований с каждым годом все больше. 3 человека на место – таким был конкурс в детскую школу искусств. Если в художественную школу очередь и конкурс составил 3 человека на место, я считаю, что до будущего нового учебного года у меня есть, как у главы, обязанность увеличить площадь этой школы и увеличить количество преподавателей. Семинар творческих работников продолжился обсуждением серьезных вопросов.